отдохнули, да, ребят? Ты говоришь по-русски? Да, говорим по-русски. Ну расскажи мне про Ивана, своего друга. Что ты скажешь? Ну, Иван, расскажи про него. Иван, хороший. Хороший парень. Хороший брат. Иван, давай. Давай на голову, на голову. Давай. Давай, вот как должен. Вот как должен водить мяч, вратарь. Смотри. И вот он пошел к тебе прям. Все. Мани. Мани Туркиш суперстар. Но. Бороду отпускаешь. Бороду отпускаешь, да? Мани, Мани. Фидель, Фидель. Фидель Кастро. Диего. А, Диего. Я думал, Фидель Кастро. Фидель Кастро. Ну давай Стоцкий. Что ты о нем скажешь? Положительно, отрицательно его качество. Ну, положительно, он очень быстрый, юркий. Может пролезть в каждую дырку. Щель. Стоцкий защитник, цепкий. Быстрый, ловкий. Тоже поможет. Хороший, старательный парень. Очень старательный. Все получается. Хочет попасть в основную команду. В основной состав. А сейчас он пока в дублирующем, да? Нет, нет. Ну, желание такое, чтобы все время выходить на игру. У всех это. Шевченко – это очень быстрый, юркий, нападающий, мобильный, агрессивный. Я думаю, он нам поможет. Шевченко. Ну, довольно-таки опытный футболист, который боец по своей натуре. Я думаю, он поможет. Тоже хороший парень, тоже старается. У меня только положительные отзывы, ребята. Зинченко уже помогает. Чем? Всем. И на поле, и в жизни. А как он тебе, в частности, в жизни помог? PlayStation проигрывает часто. А, то есть такие тоже нужны, конечно, да? Конечно, надо. Он поддерживает мой дух. Зина самый, один, считается одним из самых талантливых футболистов сейчас в Европе. А, я думаю, в нашей команде. В нашей команде он не самый талантливый в Европе. В Европе, да, самый талантливый, один из самых талантливых, это говорит о многом. Вот. Ну, будем помогать ему расти. Немножко мясом обрастет и вообще будет супер бутыр. На турнике, да. Ну на турнике это больше к Симакину. К Симакину. К Сухову, на Байдарке. Вот так. А это Сафа. Ему уже стало жить два понедельника, а он не угомонится. Смотри, что он делает. Возрастной игрок. Он уже все погибает, а он все никак не угомонится. Сам, что ты делаешь? Запряг Диего, катается. Катаешь? Диего, ты даже так прикачался, блядь. Играть уже не можешь. А? Сафа? Не, я Сафа не играю. Братишка с лодкой, Николай. Пару раз. Спасибо. Это к нам на брат. Ты не видишь, брат? Ну, Дима Голубов, видишь? Брат! Брат! Чё, кофе нету? Я тоже плохо. Кофе нет, брат? Ты не знаешь, как можешь делать, брат? Нет? Позвони, пожалуйста. Ты знаешь, брат. О-о-о! Руслан. Без работы не останется. Без работы не останешься. Если чё, устроишься в какой-нибудь отель. В Уфе. Кофе хороший? Проверь. Да, ты же все-таки бразильский. Нет, это не бразиль. Не бразильский, да? Нет. Ну, хороший хоть, нет? Я не знаю. С Динамо готов играть? Надо, готов. С Динамо готов? Всегда готов, брат. Видишь, как я машина. О-о-о. Бразильская машина. Я не машина. Тост. Ты не как фримпонг? Не как фримпонг. Ясно. Завтра утром фримпонгу скажем, что он толстый. Ладно. Фримпонг, ты толстый. Надо работа. Диего. О.
Вот все знаешь, брат. Премьер-лига, брат. Премьер-лига, брат. Это уровень. Это уровень.